Всем здравствуйте, с вами Спиды Релакс и... Актимистик! Да, и сегодня мы начинаем проходить Portal 2. Ну что ж, давайте же начнем. Да. Кстати, ты гоблик. Ты гоблин. Да пошел нахуй, блядь, а ты дылда, блядь, карандашная. Хотя все должно быть наоборот. Да, ну да. И что нам делать, блядь? Куда мы? Я не знаю, мы в какой-то капсуле заспавнились. О, кстати, когда... Чё, бля? Что? Может... Бля... А ты можешь подать мне жест? Ты мне можешь жест подать? Ну вот я нажимаю на Q. Зажми, дебил. В следующих тестах потребуется работа в команде. Да ладно, серьезно, блядь? Для упрощения совместной работы вы оба оснащены сигнальным устройством. Хорошо. Синий с помощью сигнального устройства укажет... Бля, мне уже нравится. А. А что делать надо, бля? Оранжевый. Посмотри на любимое животное твоего напарника. Хорошо. Нет, у меня не волк, ау. С помощью сигнального устройства укажи любимый элемент периодической таблицы. Какой у тебя любимый элемент таблицы? А, ну сейчас, тут где-то... Блядь. Да зачем ты, блядь, микрофон включаешь, ты конченый? Да я случайно, извини. Посмотри на... Как ты на С случайно, блядь, нажимаешь? Ну, у меня на маус 4. Переназначено К? Нет, у меня на маус 4, мне так легче. Зачем тебе его использовать? Свое сигнальное устройство, чтобы указать напарнику, где вы просите его разместить портал. Бля, ты где, да? В этом тесте я буду изображать твоего напарника. О, смотри, о, привет! Сигнального устройства, пожалуйста, укажите, где мне разместить два портала. Укажите оба места. А, на F надо, да? О, да. Ну вот я на F разместил. О, давай. Во, давай! А, и вот туда. Синий. Портал может быть только на белой порталопригодной поверхности. А-а-а! То есть там... Во, ебать! Оранжевый первым получает портальное устройство. Ах ты, синий! Наконец-то у синего есть... Да пошел нахуй, гандон ебаный. Каждая портальная пушка может создавать два... Мне уже нравится эта игра, посмотри. Протестируйте устройство, переместившись через портал. Создать? А как мне создать, блядь, портал? На плевую и лавую кнопку мыши. Вообще-то. Ярик, блядь, стой, подожди, я не знаю, что мне делать. У меня здесь написано, короче, портал не назначен. Что мне делать? Все, я тебе открываю проход. Открывай. Сиписи. А ты мне должен открыть. Я тебе открыл. Спасибо, Матвея родец. Тебе ты мне должен открыть. Должен, блядь, должен. Нихуя тебе не должен, блядь. Должен. Ваше сигнальное устройство – ценный инструмент, чтобы указать напарнику конкретное место. Ты дал? А по ниху не видно, блядь, дебил. А, выстрели в эту штуку. Вот, и в эту. А в эту другим порталом. Все, спасибо, ты мне больше не нужен. А все, я тебе сейчас открою. Е-активация. Активация чего? О, это те самый куб! Да. Блядь, у тебя дверь открылась. Так ты мне куб должен поставить, ты еблан. А, да? Пизда! Да, чтобы у меня дверь открылась, это я тебе ее открыл. Бля, где куб? На эту, нажми на кнопку. А, точно. А, и мне надо, и куда мне его надо поставить? Вот сюда. Утяжеленные кубы откалиброваны. Отклонений не обнаружено. Бля, Матвей. Знаете, как люди расстраиваются при отклонениях веса? Если хотите расстроить человека, скажите ему, что его вес ниже или... Да Гладус, пошел нахуй. Ярик, твой вес... Что? Пошел нахуй. Сам пошел нахуй, блядь. Острый, стой, а у тебя там есть белые? Нет, у тебя нету белых. О нет, я лох. И что там? А, стой, а это что за бассейн?
О, куб упал, смотри. О, спасибо. Заново его сделай. Кстати, тебе тоже чем-то это Тимми напоминает, This is Тимми, по этим кубам. Будем восстанавливать оранжевого. А, я понял, что надо делать. Дай его мне. Дай мне куб. Дай мне. Давай. Все, проходи. О, мы додумались. Нет, я додумался, а ты нихуя не смог. Ну ты чмошник, потому что. Ага. О, спасибо, Матвей. Так, и чё? Ну иди, блядь. А, бля, подожди. А, я понял. Тебе вот сюда нужен этот портал, видишь, красный? Да, как мне его туда ёбнуть? Блять, у меня вообще ничего нет, я не могу никакой портал поставить. Может, ты перепрыгнешь? Ты можешь, смотри, у тебя-то, видишь, у тебя появился... Вот у тебя, то есть ты можешь ставить порталы. Где я могу ставить порталы? Вот здесь. О, смотри! Смотри, я за тебя могу порталы поставить, смотри. Да, заходи. Чмошник. Давай, ставь их здесь. Ой. Заходи. Ебать, смотри. А так можно? Я не знал. Я уже не надеялась возобновить испытание. Пошла на... Ебать, смотри. Ярик! Да, ужас, мы выиграли. Хватит. Завершение испытания не оправдано. Дай пять, Матвей. Продолжим испытание. А, бля, я же оранжевый. Да, я знаю. Я решил узнать, когда ты додумаешься. Ты что ты делаешь? Да, я такой. Да нахер ты даун, ты не... Все, вставай. Уебать. Нас переставляют. Нас переебывают. О, мы бежим куда-то. Да. О, это как это, сохранение мест. Чего? Чего, игрок? Даун ебла меняет именно даун еблан. Спасибо. Ух, ебать. Автоматизированный центр развития, тренировки и экспериментов на людях, или синтек. Но давайте называть его просто распределитель. Все совместные испытания начнутся. А, точно, же слушать надо. Отсюда мы перемещаем вас в новую зону тестирования. Ебать, посмотри, что внизу. Вон там. О, смотри, командная игра, вот. Дебил, ебать! Сюда! Как можно здесь потерпеть неудачу? Это даже не тест. Матвей, ну ты лох. А чё на меня обзывают? Она меня дезморалит вообще. Сюда нужно идти, дебил. Я понял, но она меня дезморалит. Ну иди, блядь. Ну ты мне, сволочь, 5 не дал. Блядь, что? Дебил, заходи сюда, куда ты? Вот сюда иди. О, мы опять перестраиваемся. Да что ж с нами, блядь, делают, нахуй, покоя не дают. Нас насилуют. Знаешь, мне нравится эта игра. Мне тоже, Матвей. Ну согласись, она такая же, как здесь. Именно здесь она... Снова здравствуйте. Эта зона была... Да пошла, блядь, я-то хотел сказать, ну ты уёбок. Иди, проходи. Ты еблан, блядь, ты меня убил. Ну ты конченый. Иди, проходи. Да. Хорошо. Что? А нажми на таб, зажми таб. Синий получает 5 очков научного сотрудничества. Да, ты иди нахуй. А я вообще туда кнопки подставил. А мне похуй на тебя. Может... А, вот, подожди, вот так. Может, ты мне дашь пройти?
А, я понял, что нам надо сделать. Нам нужно, чтобы мы двое как-то сюда пробрались. Заходи, дебил. Ой, в смысле, Матвей. Иди сюда. Ой. Все, теперь пошли. А. Пошли. Сейчас я тебя открою. А, стой, все, я понял. Смотри. Бля, не, я не понял. Матвей! Матвей! Ой. Я понял, смотри. А, стой, да, нужно там портал оставить, чтобы ты смог войти. Открой мне вот это, открой. А, ты будешь этим заниматься, да? Я открою мне сейчас вот это. Ой. Так, у меня красный на какой? Сзади. Вот. Нет, у меня красный. Так, с какой... Вот. Блять. Все. Матвила. Все, пошли, так, пошли. Прекрасно. Хотя наука всегда предполагает коллективную работу. Да помните, пошло нахер. Что как в случае с Эйнштейном и его кузеном Терри, в историю войдет только один из вас. Да почему нас опять пересобирают? Да, что мы делали не так? Ну, что мы не так сделали? Это просто, просто, понимаешь, нас насилуют, ну, типа, по-роботовски. О мой бог, это педофилия, забей. Да, работящая педофилия. Знаете, в некоторых человеческих видах спорта победителем считается тот, кто наберет меньше всего очков. Я подумала, вам это интересно, как и большинству. А мне вообще похуй, мне ничего не интересно. Синий получает 5 очков научного сотрудничества. А ты пошел нахуй. Да за что это говно получает? Убери этот портал. Убери этот портал. Открывай эту хрень. Да, вон ту хрень надо открыть. А, хорошо. Погоди-ка, мне сейчас кое-что интересно. Ладно. Матвей, может, ты там типа портал сделаешь, я не знаю. Проходи, Даун. Дебил, нужно было оранжевый сделать. Блять, что за херня? Да, Матвей, что такое? Твою мать, все, теперь я заперт. Да просто нужно сделать вот так. Да ты там, вон туда надо было пройти. А вот и ты, как новый. А, я не знал. Открой вот эту хрень открой. А, блядь, хорошо, сейчас. Бля, почему здесь бега нет? Это же было бы так удобно. ТП-хай только оранжевый. Иди, да. А, ты не вошел, что ли? Ну. Дебил, блядь. Надо запомнить. Так, правая это оранжевая. Правая ага. Находится справа, а левая слева. Так. ТП-хай оранжевую. Да, ты смог. Матвей, ебать. Встань сюда. А, нет, не сюда. О, посмотри, игра в Татара. Встань сюда. Слышь, зайди вот сюда, вот в этот портал зайди. Хорошо. И что ты взял? Я нажал на кнопку. О, там еще есть. А встань на эту штуку. Встань на эту штуку. Ты встал на нее? Я сказал, встань. Я встал. Ты в центр должен.
А ничего не изменилось? А, смотри, вот, видишь, здесь нужна в определенной последовательности. Иди сюда. Видишь, смотри, нужно за 5 секунд успеть нажать на треугольник, потом нужно, значит, нажать на вот этот крест, потом на точку и на месяц. С чего ты взял? Вот, блядь, наверх посмотри, дебил. А почему за 5 секунд? Там просто надо... Там таймер. Короче, смотри. А, короче, давай, я нажимаю треугольник, и мы сразу... А, не, смотри, стой. Смотри. Вот. Да я понял. Смотри, вот сейчас сначала, вот ты поехаемся сюда, то есть я треугольник, да? Да, конечно, треугольник, потом на точку, потом так, я потом нажимаю... Вот так делаю, и нажимаю... Так, смотри, давай. Нажимай на треугольник. А ты на какой? На нет, ты потом, сначала, когда нажал на треугольник, ты бежишь нажимать на крест. А потом okay. Я нажимаю на точку и бегу нажимать давай, на раз, два, три. Давай. Ты мог просто спрыгнуть. Нажимай на крест, дебил. Ну я нажал! Бля, все, мы не успели. Нет, ты не успел. Нужно что, успеть на сразу все, что ли, нажать? Последнее! Ура! Ой, ебать, мое, пошел нахуй. А, ну ставь его сюда. А-а-а, очень хорошо. Все равно пошел нахуй. Да господи, опять насилие. Кстати, а тебе скажи, сколько карт во втором портале? Ты сейчас, наверное, охуеешь. Ну, сколько? 120. Мы сможем за один стрим пройти портал? Не знаю. Если участники пренебрегают общением, команда... Пошел нахуй, мне похуй, что говоришь. Поэтому для одного из вас это станет интересным испытанием, учитывая сомнительные способности второго. Ну да, у тебя сомнительные способности, Матвей. Сейчас. А-а-а. Ты даун? Ладно. У нас же есть порталы, Матвей. Мы через портал. Все, смотри, смотри, нужно вот так навести. Направь вот сюда, вот сюда, направь вот сюда. Да. И вот тебе, вот теперь твоя очередь. Ура! Да. Мы додумали. Блядь. Матвей, пойди туда. Это турель, я вижу. Да похуй вообще. Меня просто выебали. А, что я, может? Ой, я могу туда упасть? А, нет, кстати. Я понял, смотри. Да, их нужно кубом уничтожить. Нет, встань на ту красную штуку, на ту красную штуку. Встань. Что ты делаешь? Ты чудовище. Да, Матвей, ты охуел, блядь? Они из нас. Шучу. Их уничтожение является частью испытания. Они для вас... Гладость, так смешно шучишь, оборжаться. Ну и чё? Так, а нужно что-то сделать. Вот это вообще откуда, блядь? А, все, я понял. Смотри, ебать. Смотрю. Ай, твою мать, дура. Бля, такой интибил там бежит, я его догнать все не могу. Блядь, ты куда нахуй? А? Что? И вот теперь ты оттуда бы? Ставь. Или твою мать. Что? Что за анархия происходит? Все! А, нет, не все. Бля. Во, стой, все! О, наконец-то, твою мать. Бля, Space прыгать, ты тоже об этом не знал? Да. Сообщив счет каждого из участников, я бы обесмыслила этот тест. Но могу сказать, что один из вас справляется очень хорошо. Пройдите в следующую тестовую камеру. Это до сих пор тест, а у нас будет что-то типа Тани? А, да, вот бы открытый мир в портале, да? Блин, и
я бы побегал. Кстати, так, потом такой пиздец будет. Ты же не знаешь. Нет, ну я про механики говорю. Я же когда... Ну, бывают же такие люди, которые на фон вставляют воздух. Не знаю, что вы делаете, но мне это не нравится. А, я победил, соседи. Да пошел нахуй. А здесь можно фак показать? Вы двое демонстрируете прекрасную командную работу, да, в которой один из вас разбирается со всеми интеллектуальными испытаниями, а второй иногда предлагает помощь, если тест вдруг превратится в конкурс, то больше съест. Чё, блядь? Ебать. Марио? Я понял. А, ну все, это изи. Все, это мне больше не нужен. А, блядь, нужен. А. Да. Иди на ту кнопку, включи там что-нибудь. Вот. Давай, нажимай. Я понял. А, погоди. А, нет. Нажимай. Еще раз. Нажимай вниз. Еще вниз. Еще вниз. Что за пиздец? Еще вниз. Нет! Что они? Смотри! Выйди оттуда сейчас. Выходи. Как? Оранжевый только что преподал синему ценный урок доверия. За это оранжевый получает 17 очков научного сотрудничества. Да пошел ты нахуй, блядь. Это за гандон, блядь. Ебаный, блядь, серьёзно. Первое правило, никому не доверяй. А, смотри, видишь, здесь куб. Да ну! Давай я туда. Ой, блядь. Ты бы мне сразу сказал, все, опускай вниз. Так, вниз. Оранжевый, синий, не человек. Урок доверия не нужно преподавать повторно. Ага. Вы чё, бля, умерли? Эй, Ярик, ты даун? Матвей, алло. Алло, я тут думаю, как попасть туда. Я понял. Ты давай я туда попробую. Давай, открывай. Да. Синий только что преподал оранжевому. Да, пошел нахуй, уебок. За это синий получает 14 очков научного сотрудничества. Так, ладно. Так, все, вставай, я не буду поднимать вверх, потому что зачем мне эти очки сотрудничества? Давай. Нет, не сюда. Сюда? Там это... Да, вот бля, так. Бля, просто поднимай. А, я понял. Смотри. Портал, стой, короче, спавни. Отпускай его до конца, вот до сюда. Кай. Все, поднимайся. И поднимай. Ой, бля. Что мне с ним делать? А ты его видишь вот здесь лазер? Ну да, а обратно как его тут? Ну сейчас я помогу тебе. Отпускай. Аня, стой. Да, вот стой. Отпусти вот это, отпусти. Поднимай. Бля, не отпускай. Ой, блядь. Отпускай, даун. Блядь, есть же портальная пушка. О, стой, смотри. Подожди, вот, стой, подожди. Не, подожди, поставь сюда ее, поставь вот здесь, сделай портал. Вот, и иди вперед. Назад иди. И посмотри наверх. А, можно было и так. Лох тупой.
Дай мне. О, спасибо, вы додумались. Что? Нет, смотри, нет, смотри, там надо вот так. И куда ее? И сверху, 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 там надо мной прям есть. Надо... Где? А. Может показаться, что я веду учет. Кто последний, тот гей. Ох, тупой. Но это не так. Каждый аспект поведения будет учитываться при выставлении окончательной оценки. Сосин! Синий, ты только что потерял 2 очка открытых возможностей. Да пошла нахуй, блядь. Шлюха его. Люди добрые, может, хватит у нас на насилу? О, кстати, тебя зовут Атлас, а меня Пебоди. Пебоди, блядь. Повторяю, это не соревнование. Но будь это соревнование. Когда мы играем с Андреем, для только... нас все это соревнование. Но смотри, это только пятая карта. Смотри. Блядь. Синий получает 5 очков научного сотрудничества. Да пошел нахер, а, синий. Лох тупой. Я... Сучка, я... Блёд. Ах ты ган. Вот так-то, блять. Че хуило, блять? Ну ты гандон. Да пошел нахуй. А, вот смотри, ты должен поднять эту херню. Но только мне надо как-то туда попасть. Все, иди. А, вот же. А, блядь. О, стой, блядь. Блядь, не допрыгнул. Ты, то есть направь лазер, да, на эту херню. Да ты придурок. Ну вот, дебил, я ее поднял, обернись. Блять! Скорей! Скорей! Дебил! Да запрыгни ты! Давай я лучше. Давай, иди. А сейчас ты будешь сжигать и смеяться, да? Ладно. Ой, как сме... А. А, блядь, поднимай скорей, скорей! А, оказывается, здесь выход за стенкой был. А, и как мне туда пробраться? Ну, у нас же порталганы. Ты чё, тупой? А мне как туда пробраться? Ну, я думал, я выстрелю куда-то, вот сюда, например. Угу. А, ну хотя... Да. Надо уточнить. Командная работа подразумевает совместную работу двух или более человек, обычно пошла старающихся нахуй не потерпеть неудачу. Да, еще раз, давай еще раз. Ты даун? А, соси хуй, блять, лов тупой, блять, конченый. Играть, блядь, нормально, только не. Бля, Матвей, это же игра в игре. Слышишь? Да. Активистик, ваш напарник по экспериментам, да? Ладно. Да, он еблан, ваш напарник иногда по экспериментам. Испытания должны проходить за пределами лаборатории. Этот тест будет так далеко, что я даже не могу, то есть даже не скажу вам, что вы ищете. Узнаете, когда найдете. Пошел нахуй. Сука. Это ты мне, да? Нет, ты что? И еще штраф 50 очков.
Продолжай в том же духе и потеряешь 500 очков. Кто? Это она кому? Она тебе, скорее всего, потому что ты обычно конченый. Да ты конченый, блядь! Ярик, не трогай! Нет, Матвей, ты не трогай. Да ты мудила, блядь! Ну что ты делаешь? Да подожди, убери ее! Нет, ты уберись, нахуй! Иди сюда, блядь. Кстати, прикольное освещение, да? Посмотри. Да. Это Стэнли Перри был. Ебать, нет, у меня теперь инфра в флешбэках. И что мы здесь делаем? А, вот смотри, мы одновременно должны вот эти что. Ты еблан? А, я понял. Давай на счет три. Вон, раз, два, один. Мудила, блядь, зачем ты ее тронул? Она открылась. Раз, два, три. Дарик, блядь, тупица. Я с другой стороны встану. Она открылась, дебил. Зачем ты нажал? Ну ты конченый. Я обосрался, блядь. Штраф 5000 очков. Теперь довольны. А, Матвей лох. Да пошла нахер, дура тупая. Пойдем. Матвей, ну зачем ее тронул? Ну ты конченый. О, вот заходи. Куда? Я тебе дверь открыл. Спасибо, Матвей. Теперь мы здесь заперты вместе. А, вот, смотри, зачем отходи. Поздравляю. Вы завершили абсолютно бессмысленное испытание. Да пошла нахер, ой, дура. Ой, я почти... Единственный способ, как я вас могу вернуть, насильно вас разобрать и аккуратно собрать снова. К счастью, вы не чувствуете... Ебать у тебя роботизированная жопа. В любом случае, вы никак не можете показать, что ее чувствуете. Кстати, это рассматривается как неудача. Да ты конченая, блядь, уебанка, нахуй. Ну, вообще... Я дылда, а у меня чел жир. А мне похуй, а, я типа, вообще круглый. Мы типа тестирование прошли или чё? Наверное, блядь. Либо она просто нас уничтожила. Действительно, кому мы нужны? Да, она просто конченая. Ой, ебать ты громко. Получено достижение командное. Да. Вы застанете в этой позе? Кажется, сборочный аппарат неисправен. Ну так исправь его. И посмотрим, что получится. Бля, мы так долго проходили эту карту, да, Матвей? Ну очень. Матвей, а хули я у тебя такой тихий на стриме, ты охуел? Нет, не тихий. Эта зона была создана, на стриме я говорю на твоем. Уверенность в себе. Поэтому испытания представляли собой их пятиминутную прогулку, за которую даже все 15 минут подсвоили, как хорошо они справились. Так как вы, к счастью, не люди, я подкорректировала тесты, сделав их более сложными и менее льстивыми. Бля, Матвей, смотри, там какой-то дебил бежит, посмотри назад. Видишь, там даун какой? Ай, ты, блядь.
Я понял, что делать нужно. А, нет, не понял. Бля, давай сначала туда попадем. А как ее заспавнить? Уа, все, пошел нахуй. Как ты, блядь? Все, ты не хуй. Прыгай. А я про эти механики говорил, что дальше будет пиздец. С ними потом такой пиздец, я думаю, будет. Кстати, еще есть такой режим в Роблоксе. Да. А, я понял, Матвей. А, блядь, ты где? Все, теперь смотри. Ну чё? А, ты должен активировать. Давай. Так ты туда иди. Куда? Не знаю. Ты должен шар получить. А видишь шар здесь? Никакой. Видишь вот эту штуку? Да, да. Это ты мне нахуя показываешь, блядь. Давай теперь, ты построй свои порталы, то есть, чтобы мы туда сбежали. Что, да я. Смотри, можно, смотри, иди за мной. Смотри. Да не... Смотри, можно, видишь, я вот здесь поставил, что можно до красного долететь, видишь? Ты вот так прыгаешь, скипай эту и все. Не, сейчас. Вот, смотри. Да, я понял. Матвей, отойди. А, ты должен на ту встать. Иди, вставай на ту. Ты долбоёб, меня... Я долетел. А, туда? Блять, можно было так сделать. Вы прекрасно справились, разместив скругленный куб безопасности. Скругленный куб. Квадратный шар. Можно не льстить вам. Не поверите, как это утомляет. Превозносить кого-то лишь за то, что он поместил скругленный куб безопасности в специальное гнездо для куба безопасности. Мне кажется, тот, кто говорит скругленный куб, у того уже что-то с интеллектом не было. Электрошок, пули, кислота, пресс, утопление. Да похуй. Извините. Смерть, изнасилование. Жопа хуй, мясо сиськи. Ни одним из них. Вы будете проходить тесты снова и снова. С идеальными результатами. А, тут надо одновременно. Чё, блин? Смотри, я понял, что нужно делать. Смотри, я, значит, ставлю два портала. Ты начинаешь в них вот так раскручиваться, а потом я ставлю портал, ты вылетаешь нахуй в стратосферу. Давай. Готов. Сейчас. Всё, let's go. Блять. Нужно тайминг. Ты не тот портал. Этот, а. Сейчас. Охуенно! Там на кнопку нажми. Ты тоже нажми. А. И чё, бля? Стой, а может, я то же самое сделаю? А ну-ка. Точно. Давай. Ой, ебать. Охуенно. Каждая ваша неудача напоминает мне. Пошла о том, нахуй. Но вы всегда давай, давай 5 дадим. Снова. Словно ничего и не было. А, бля, это еда. Ой, бля, мы на лягушек похожи, когда смеемся. Ну. Чтобы обрести уверенность в себе, вначале признайте свою неполноценность.
Оранжевый, запиши все, в чем ты чувствуешь себя недостойным или неполноценным. Ага, лох. С другой стороны, у нас нет на это времени. Просто посмотри, насколько ты лучше синего. Синий, ты отлично подходишь в качестве примера. Ярик! Что? Прикинь, я все это время сидел один. А, ладно. Так, все, давай, что делать здесь надо? Душа не ебу. Ну смотри, здесь есть лестница и... О, вот, смотри. Вот, проходи. Как? Ну ты кончена. Я скучаю. Разве это вообще наука, если нет вероятности смерти? Вот, Матвей, бля, смотри. Можем сделать точно так же, посмотри, вот, видишь? А, кстати. Ты мне так же сейчас будешь делать? Да, только здесь тоже... Вот так надо. Да, вот вставай. Вставай, иди сюда, вставай. Так, сейчас я не буду. Все, раскручиваешься? Нет, ты убрал портал. А, ты же через эту хуевину прошел. А, все. И ты активировал нижний, по-моему. Все, падай, блядь, сейчас. Давай. Готов? Да. Ой, ёбаный в рот. Бери шар. Кстати, в Half-Life Decay примерно такой же геймплей, вот если что. Ну, в смысле, он так же, да, только... Стой, бежит. А шар здесь растворится, по-моему. Ну, давай проверим, хули. Да? А, смотри. Во! Ебать, ты Майкл Джордан. Да. Погоди, не иди сюда, он может раствориться. Лучше просто сдохнуть. Да дай мне. Да, блядь. А говорили, что в ходе этого теста никто не умрет. Да, все. Спасибо, можно за доказательство обратного. Матвей, а я сейчас буду кушать... Что? А я сейчас буду кушать сушки. А то, я думал, ты покушал. Нет. Окей, давай, все. Две минуты. У тебя есть 2 минуты, чтобы поесть супчик, иди. Нет, а я сейчас не могу, мне мама его делает. Помните, я говорила вам, что вы единственные испытуемые, прошедшие калибровочный тест. Чего, блядь? С вами соперничают еще 5000 других команд. Да мне похуй как-то. Мы самые лучшие. Да. Я падал во тьме 30... Ты что-то нажать на какие-то... И как, блядь, это сделать? А, вот, смотри, тут то же самое. Иди сюда. Да, мне даже нравится падать и нихуя не делать. Ну, вот только один вопрос, как я... А, вот. Бля, готов? Да, если что, оранжевый убирай. А, нет, блядь, у меня скачила клавиша. Ой, рука с клавиатуры. Да, иди падай во тьме, блядь. У тебя было такое, что ты нажимаешь не В, а С, да, чуть-чуть левее кнопки. Или правее, похуй. Все, нажимай. А, блядь, у нас время есть! Ёбаный рот! Она ненадолго. Бля, она ненадолго нажимается, прикинь. Что делать, блядь? Смотри, у тебя одна половинка портала и у меня. Вот, видишь? А если там, то мы встанем, то разрушится. Ну, это твои проблемы. Да, иду. Матвей, я пошел. Да, через 2 минуты. Я понял. Бля, оказывается, это было не так легко. Не так уж и сложно. Ярик, давай быстрее, я понял, что делать. Ты что, злишься? Матвей. Я понял, короче, Ярик, я понял. Иди падай во тьме, Во тьме? Да, иди падай. Какой охуенный термин. Матвей. И смотри, стой. Давай, готов? Бля.
5. Сейчас еще раз. А ты это когда-нибудь ел банановый попкорн? Иди и падай во тьме. Смотри, короче. Стой там. Блядь. Там невидимая стена. Сейчас еще раз. Ой, я стою. Стой, постой. И смотри, и ты сейчас должен прыгнуть, и на другой. Я тебе здесь поставлю портал. И вот прыгай, короче. Вот нажимай и прыгай сразу. Давай, нажимай! Ура, молодчик, блядь! Ебать! Проверка жонглирования через 3. Пошла нахуй. 2, 1. Проверка, блядь, хуерная. Давай дадим 5, потому что у меня классная идея. Пиздец, у меня руки из головы. Я как из корпорации монстров, кто же этот? Майк? Да. Только голубой. Это реально на Ге, блядь, похож. А я тогда на Нефора. Вы заметили, что я не осталась до конца последнего испытания. Я была уверена, что вы пройдете. И знаете, где я была? Я была снаружи и смотрела, как резвятся олени. Вам нет дела до того, что снаружи. Смотрите, тебе тоже интересно смотреть, как резвятся олени. Что это? А, я понял! Смотри, поставь сюда портал мне и туда, вон там, на ту... Куда? Ебаный. Дебил, блядь. Блядь. И это все? Вы серьезно? Нет, это не все, это было. А, блядь, да. Тебе тоже, кстати, чем-то цитадель напоминает, да, из Half-Life 2? И ебать, и что делать? А, да. Не-не-не, стой, подожди, вот так. А, ебать, это я уже делаю. Подожди, да, а что там? А, вот смотри, делай. Делаю. И вон там, и вот с этой, вот иди опять сюда. И ты должен как-то вот с этой... Так я сюда залететь должен. Давай, делай мне. Так. А может мне надо дикие тайминги подловить? А ну-ка иди еще раз, ебани. Вадя, а давай делаем вот так. Ой, сейчас, подожди. Да. А почему он только посередине, вы охуели? Ну ладно. Стой, а куда второй портал? Второй туда нужно куда-то прикарманить. Все, можно? Я тут делаю, сейчас. И потом, короче, там резко я тебе делаю, когда второй раз. Давай, готов? Блять, ну не сейчас. А, вот сюда, смотри, вот сюда нужно поставить. Ну да, я так и понял. Ну все, давай. А дело в том, что туда не ставится на черную. Так, и вот смотри. Смотришь нахуй? Ну. Ставлю здесь портал. Ты иди, смотри, ты иди вон на ту пружину ставь. Стой, не прыгай, блять. Так. Вот, все, теперь хуярь. Да? Ну вот на пружину, блядь, где ты нахуй? Ты долбоёб. А, что, блядь? Ну теперь там сам, короче, хуйней какой-то страдай, я пойду отдохну. А нам двоим туда надо, соси хуй. Блядь. Типа, что, блядь? Сейчас, давай сначала сюда. Бля, ну эту хуйню вообще, блядь, сделали? Так, что мне делать? Поставь... сейчас, подожди. Поставь мне красный портал сюда. Куда? Красный. Куда? Вот на эту хуйню красный портал поставь. Красный, я же сказал, дебил. Теперь переигрывать нужно. Прыгай. Подожди. Блять, я тупой. Да, ура.
А я потом как туда заберусь, блядь? Куда? Ну, а я сейчас как туда доберусь? А! Да! Ебать! Хоть что-то я сам уже решил.